Йоу, всем привет, друзья, меня зовут по-прежнему Алекс. И сегодня я вам покажу самые нелогичные вещи в CSGO, которые вы 100% не замечали, и скорее всего у вас будет бомбить, если вы досмотрите до конца. Так что я думаю, это сделает не каждый. Хотя, давайте проверим. Ну и парень, если ты как и я уже очень сильно ждешь лета, тогда обязательно ставь лайк. Блин, я поставил 100 лайков сам. Ведь наша семья CSеров все растет и растет, и нас почти 400 тысяч! Реально успей подписаться. Открывай бесплатные кейсы на gocs.pro. По промокоду AlexShow получай скины и вводи их без депозита на баланс в Steam или Kiwi. А еще ты можешь найти новые промокоды в группе GoCS Pro ВКонтакте. Каждый день новый промо. Ссылка в описании. Итак, первая очень нелогичная вещь — это вот это. Посмотрите. Кидаем гранату. И что, она пролетает через решетку? Реально? Давайте еще молотов кинем. Но как? Реально все пролетает через решетку, и это на новой карте Dust 2. Ну а через эту решетку ничего не пролетает, смотрите. То есть, как это возможно? Через эту все пролетает, а через эту нет. Что? Где здесь логика, ребят, реально? Покупаем молотов. Зажигаем его. И теперь ищем этот огонек. Вот он, этот огонек, смотрите, ребят. И у нас как будто горит палец. Смотрите, как это вообще возможно? У нас реально сейчас горит палец, горит рука. И этот огонек очень странно как-то двигается, смотрите. Что это такое? Как это вообще возможно? Вон вообще. У нас тупо сейчас горит рука, ребят, реально, смотрите. А теперь, когда сворачиваем и обратно берем молотов, он перестает гореть. На самом деле, да, это вообще нелогично. Ну, на самом деле, да, нужно отдать должное. Это всего лишь игра. И тут не может быть все идеально. Но все же это и есть, правда, нелогичные вещи. Ведь по логике вещей в реальной жизни такое невозможно. И в играх такого тоже не должно быть. Именно эту мысль я пытаюсь до вас донести. А то найдутся какие-то умники в комментариях, которые будут писать, это всего лишь игра и так далее. Итак, я поставил максимальную графику в CSGO. И теперь смотрите, что происходит, когда мы стреляем с дуалов. С одного из дуалов идет дымок. Все, в данный момент справа, а слева не идет. Вот, справа идет дым, а слева дым не идет. Почему? Ведь мы стреляем с двух дуалов. Вон, справа снова идет, слева не идет. Вот как это понять? Смотрите, стреляем с Галила. А потом перезаряжаемся с него же. Вы тоже это заметили? Давайте еще раз. Почему он вставляет тот же магазин? Тут же закончились патроны. Это реально очень нелогично. Когда ты просто вынимаешь и вставляешь тот же магазин, не перезаряжая его. И у тебя снова появляются патроны. Как это вообще возможно? Компания Valve. Смотрите нелогичную вещь с револьвером. Сейчас у нас в обойме 8 патронов. Давайте оставим только один. А теперь смотрите самую нелогичную вещь. Все патроны должны были вылететь с барабана, правильно? Да, я думаю, это правильно. И давайте теперь перезарядим наш револьвер. Там осталось только один патрон, заметьте. Но когда мы это сделаем, реально с барабана вылетает снова же 8 патронов. И вставляется 8 новых. То есть, да, это полная дичь, и это просто невозможно. Ведь прошлые 7 патронов мы уже реально выстрелили. И какого фига у нас остались какие-то левые патроны в барабане? Безумно нелогичная фигня есть на карте The Train. Смотрите. А именно вот здесь. Подлетаем туда немножко и смотрим. Что тут написано? Осторожная радиация. Вроде все нормально, да? Но если смотреть тут, с другой стороны, то она будет написана задом наперед. Почему? Непонятно. Это реально какая-то нелогичная вещь. Ведь смотрите, реально она будет осторожная радиация, но по-другому. Реально написано задом наперед. Почему? Это реально нелогично. Тут то же самое, тут написано правильно осторожно радиация, а с другой стороны неправильно. Безумно нелогичная вещь связана с граффити, смотрите. Можно нанести одно граффити сразу на три поверхности, реально. Так, типа на одно только, да? А если делать так, то граффити будет сразу на трех поверхностях. Это безумно странно, да и в принципе это нелогично, реально. Не знаю, как это использовать, просто вам рассказываю. Еще одна нелогичная вещь связана со стрельбой. Смотрите, стреляем с калаша. Именно с калаша. Очень долго идет дым. Переключаемся на пистолет. И какого фига с пистолета идет дым, ребят? Пистолет же не стрелял. Давайте еще раз. Смотрите. Стреляем с калаша. Переключаемся на пистолет. И с пистолета идет дым. Почему?
Мы же с него не стреляли. На самом деле, да, таких мелочей в CSGO очень много. Я даже уже не привожу в пример то, что тут есть окна. И тут светит свет, смотрите, да? Видите? Это окно находится здесь, а это окно находится вообще выше. Ну, то есть, я думаю, вы понимаете. Вот, тут окно заканчивается здесь, а тут окно заканчивается вообще аж здесь. Совсем нелогично, согласитесь. Солнце на разных картах. Как видим, вот солнце, правильно? Кидаем смоук. И солнце не видно. Вообще не видно, никаким образом. Карта Декэш. Вон солнце, видите? Его прям хорошо видно тут на Декэш. Бросаем смоук. И через смоук видно солнце. Очень хорошо. И это совсем нелогично. Ведь на разных картах солнце сделано абсолютно по-разному. Вот мы на карте Данюк. И давайте посмотрим, где тут солнце. Давайте его поищем получше. Так. Да его же здесь нету. Как? Вообще, на самом деле, я думал, что солнце тут, но его тут не оказалось. И вообще. Тут обычное светлое небо без солнца. И это тоже невозможно. Но это еще не самое жесткое, что есть на карте Данюк. А именно самое жесткое, что есть на карте Данюк, это речка, я не знаю. Даже не любую, лучше всего зажигательную. И я вам покажу, что это совсем не речка. Это просто фигня какая-то полнейшая. Прикольно, прикольно, да. Офигенно. Молодцы, Valve, молодцы, да. И на самом деле, да, таких вещей очень много в CSGO, которые просто ломают ваш мозг. Они абсолютно нелогичные, и я уверен на 100%, что вы их не знали ранее. Ну или просто не замечали. И если это так, тогда обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы увидеть новые ролики по CSGO, которые выходят очень часто. Да и уже всех самые лучшие кейсеры давно подписаны, я не знаю, почему ты это еще не сделал. Ну а меня зовут Алекс, вы у меня реально лучшие. Всем удачи и до скорых встреч.